В общем, вы меня, конечно, извините, но мне нужно срочно бежать. У меня дела, не спрашивай даже какие. Я тебе там супчик приготовила, он в холодильнике. Ты, главное, его разогрей, холодным ешь. Очень вкусный должен получиться. Я надеюсь, вы проблемы решите, вот все хорошо получится, это самое все. Ага, давай. Да я понял, я... Вас похолодало там, ты типа только одевайся. Носочки я тебе связала, пледиком укрывайся и чай горячий пей. Это все. Давай, пока. Все, пока, давай, все, удачи, все. Ага, все. Все, давай, я побежала, не скучай, главное. Ага. Свалила из города, значит, ага, и все, что она после себя оставила, этот суп вот этот. Ладно, придется тогда втроем нам с вами, мужики, проблему эту решать. Катюха, это опасность, походу, почувствовала, из города свалила и даже ничего нам не сказала, вот сейчас только мне по телефону позвонила и сказала, что суп нам приготовила. Поэтому, Шурик, палочку свою бери, кузнец, меч свой доставай и пошлите. Сейчас придется нам втроем навалять вот этому главарю чебупелей. Мы с Вероникой договорились провести вечер вместе. Я, наверное, не смогу. Шура, а давай без этого. Катюха меня уже подставила, давай ты меня сейчас подставлять хотя бы не будешь. Мы сейчас пойдем, быстро разберемся с этим главарем, боссом, и потом вернемся домой. Шура, пожалуйста. Ой, ты это, извини, я не смогу. Друг называется. Ладно, кузнец, мы с тобой, походу, опять вдвоем остались, как в старые добрые времена. Будем вдвоем все проблемы решать. Давай, все, пошли тогда за мной, топор доставай и пошли сражаться с этим Кузнец! Топор доставай и пошли за мной! Ты чё на месте-то замер, а? Я коров не додоил! Пойду дододаю! Кого ты там не додоил? Кузнец, у тебя корова в другом месте, ты в лес побежал, кузнец! Это лес! Это не коровы, это про... Друзья! Как только опасность унюхают, сразу все разбегутся по своим норкам, как Шурик, так и кузнец. Ладно, ничего, у меня палочка есть, магические заклинания я знаю. Знаю, пойду и сам разберусь с этим боссом. А то он наш город, походу, не оставит, пока не разберется со мной. Он же нам, можно сказать, стрелку забил. Или мы его победим, или он нас победит. Это тебе за вот это, за предательство, кузнец! Коровы всякие дрить ты колотить. А он там еще не надумал взять и просто так свалить с этого города? Нет, походу, не надумал. Ладно, будем с тобой тогда решать проблемы как два взрослых мужика, получается, да? Один на один, что ли? Миминану фута. Гиио ту утопко. Ты чё сейчас пёрнул, а? Это, здесь кузнеца нет, он мне ваш язык перевести не сможет. Слушай, мужик, манатки свои собирай и сваливай с этого города, на своем чихуахуатском разговариваешь. Я в душе не понимаю, что ты говоришь-то вообще. Яйцо бери и уматывай отсюда. Не ее ту. Утопко. Ты чё, меня послал сейчас, что ли, или чё? Миминану фута. Да сам ты пошел отсюда! Ха. Да хватит с тобой сюсюкаться! Да столько ядрика мне ты... Ты чё делаешь? Это чё за... Мужик! Мы должны были разобраться один на один, а ты братков своих позвал ядрить ты колотить! Так, ладно! Господи! А ну в сторону вот это разошлись, коровьяки проклятые! Господи, вы это видели? Вот вы это видели? Я-то думал, что я один с ним могу разобраться. Он меня сначала три раза послал куда подальше, а потом лучами какими-то с неба начал фигачить. Так,
Шура, я все понимаю, свидание со своей девушкой — это, конечно, дело святое, но когда твоему братку помощь нужна, надо ему помочь. Иду к Шуре еще раз. Так. Шура! Открывай давай эту дверь, не заставляй меня ее выбивать! Здорово! Творожок, забирай! Из коров выбил только что, и кожу еще забирай, только я тебя умоляю, пойдем и помоги мне сразиться с этим боссом. Ты прикинь, что он мне сказал? Он мне сказал «Мимито кукуко». Это, походу, меня послал куда подальше или что? Шмотки собирай, пошли, давай. Ну, мы сейчас с Вероникой заняты, у нас есть дела, я не смогу тебе помочь. Да иди ты, это, Мимито кукуко, Шура! Ты чё, как баба-то настоящая, это, открой дверь и пошли давай со мной быстро! Друг называется, забился там со своей бабой, этой Вероникой, на втором этаже, и сидишь там, пердишь, ладно, ладно, ничего, тогда я пойду сейчас попрошу помощь. Да ты стой! Ты куда пошла? Ты сюда ко мне подойди. А ты где была, Вероника? Это, ты где сейчас шлялась? Ну, значит, слушай. Я сначала пошла на ноготочки к подруге. Потом я пошла в спортзал на тренировочку. А потом мне нужно было забежать в магазин купить продукты. Да стоп! Все! Дальше не продолжай! А Шура мне сказал, вы чем-то... занятые, и Шура не может пойти на улицу со мной там проблемы решить, потому что он с тобой дома, у вас типа свидание. Какие еще дела? У меня ноготочки были, мы ни о чем с ним не договаривались. Я тебя сейчас реально в Мимито кукуко запущу, Шура! Ядрит ты колотит! Сыкло ты настоящее, господи, я тебе сейчас окна все к чертовой бабушке... сломаю! Иди домой, чтобы и скажи этому сыклу, чтобы он на улицу давай выходил. Забился там куда-то в угол. Шура, так, ладно, не. Все, вот и сиди там дома, и жопу себе дальше чеши. Не нужны мне такие помощники, которые даже на улицу выйти не могут. Пойду в бойцовский клуб, тут где барон сидит. Здесь мне 100% кто-то поможет пойти убить главного босса Мимито Кукуко. Так, опа, на. Здорово всем, вижу, тут бои у вас в самом разгаре. Да, здорово, барон. Короче, это, не знаешь, нужна тут кому-то работенка среди вот этих всех? Мне там Мимито Кукуко, главаря Чебупели, убить надо, а? Ну ты подожди, ты со своей работой. У нас здесь разгар битвы. Кристина всем задницу надирает. Да я вижу то, что Кристина, походу, опять в бойцовскую жизнь подалась, а? Да ты сейчас весь этот бойцовский клуб сожжешь в этот, Кристина, ты успокойся! Это еще где-то... Это мужик с сеном, что ли? Да мы тебя уже серии 30 магии, наверное, не видели, а вот ты где! Продул, значит. Ну, конечно, продул. С Вероникой таскаться — это не каждому вот это под силу. Путь с Вероникой, с Кристиной. Ну, ты со своей сестрой похожа реально как две капли воды. Кристина, помощь нужна. Привет, кстати. Есть мне вот эта свободная минутка. Отвали от меня. А чё так грубо-то сразу? Я не могу понять. Я нормально пришел, поздоровался, а помощи прошу, что ли? Так. Еще с ней кто-то будет сражаться, или я могу нормально пойти поговорить с Кристиной, а? Ага. Ну идите тогда, давайте быстрее, вы сначала один, потом другой, чтобы она каждому по очереди задницу надрала, а потом я с ней пойду нормально поговорю. Кристина! Одну минутку мне всего лишь надо, выслушай меня, пожалуйста. А что? Она думала меня на свидание, значит, позвать, да? А все, уже поздно, у меня уже парень есть. Да ты сумасшедшая, что ли? Да какой парень? Да не на свидание я тебя хочу позвать, Кристина! Господи, одну минуту! Я прошу всего лишь одну минуту! Хрюндель, да сдайся! А я ничего не делал, я просто ему затылок почесал, он сам... Так, все,
кто-то еще будет сидеть и сражаться, или я могу? О, господи, иди. Пошел слайм. Кристина, побыстрее Лярику, надери ему задницу, а? Давай. Я сейчас офигею, если слайм ее победит. Слайм, давай, во всю свою мощь. Ты же там 100% каким-то новым заклинанием научился, а? Ах, ты смотри, куда Кристина пошла. Прям на базу слайма пошла. А чё ж ты так... Так, ладно. А сейчас сюда вышел сюда. Давай, все, я пойду. Одну минуту на разговор. Кроме тебя мне никто не может помочь. Все боятся. Победи меня в честном бою, и тогда я с тобой поговорю. Вот это прям обязательно, что ли, а? Ладно, хорошо. Так уж и быть, бой состоится! Давно я здесь, в этом бойцовском клубе, даже не был, и давно я всем задницу здесь не надирал, да, Кристина? Отчет, пожалуйста, кто-то там начните считать от трех до одного. Делаем ставки! Ты готова, Кристина? Ну тогда давай свое самое сильное заклинание выбираю. Почти самое сильное. 3, 2, 1! Пошла жара по трубам! На чё ты вообще надеешься, Кристина? Я не могу понять, а? По башке! И в прыжочке. Я ж тебя уже не раз побеждал, Кристина. Ты чё думаешь, что ты справишься со мной, что ли? Так тогда тебя твоим же заклинанием бомба огня на! Иди сюда. Со своим сраным вот этим огнем уже половину жизни мне снесла. И Кристиночка, финальное заклинание. Неплохо. У меня еще 3,5 сердечка осталось. Я думал, то что ты меньше мне жизни снесешь. Ну чё, кто ставки сделал? Кто сегодня баблишком наварился? Ну молодцы, кто на меня оставил. А сейчас мы можем с тобой немного поговорить, Кристина? Говори, что тебе нужно. Так, это, барон, налей-ка нам чего-нибудь крепкого. Там, мне чай черный завари, давай. А Кристине, я не знаю, Кристина, ты чё будешь? А чая нет? Нормального, обычного чай. Так, ладно. Короче, Кристина, там беда в городе произошла. Сначала мой сын, который Кузя, который дракон, похитил какое-то яйцо. А потом оказалось, то, что он это яйцо своровал у Чунга-Чанг. Племя Чебупели, господи. Там так все сложно, честно, я тебе говорю. Нам просто надо кокнуть их главаря. И все. А то он по-мирному из этого города вообще уходить не хочет. Я с ним пытался поговорить, но он меня послал куда-то. Кого победить? Племя Чебупелей. Вот, не обращай внимания, мы с Катей пытались их победить, но Катя потом с города свалила. Вот, поэтому только на тебя надежда, если ты, конечно, хочешь немного развлечься. А если мы его победим, а что мне тогда за это будет? Ну, его яйцо я себе заберу. У него же трон из золота. Кусочек его трона себе вот это заберешь, и мы в расчете. А еще, кстати, слайм! Подойди сюда. Ты нам помочь случайно не хочешь этих Чунга-Чанг убить, а? Вот, слайм тоже согласен. Слайм с нами тогда тоже пойдет. Ты себе тоже кусочек его трона заберешь. Вот, и мы в расчете получается. Ну чё, согласна, нет? Ну, золото я люблю. Ну, хорошо, договорились. Вот и славно. Палочки свои берите и потопали за мной. Сейчас мы эту Чунга-Чангу запердохаем. Вы, когда его увидите, в первую очередь, главное, не пугайтесь, а во вторую очередь, с ним лучше не разговаривать и вообще ему ничего не говорить. А то он странный какой-то немного. Ну я вам говорю, он опять нас куда подальше послал. Наверное, вот это на небо за звездочкой. Да все, мы уже поняли, кунтунтун, вот это... Слушайте, а может мы меньше с ним разговаривать будем и просто сразу ему живот надерем, да и все, не? В бой, слайм! Давайте, господи ты! А вот самое главное, на небо-то смотрите, он какие-то лучи солнечные призывает посередине ночи. Едрить.
ты колоти так, ребята! Перегруппировка! Как хорошо то, что у меня был вот этот... Как тотем бессмертия! Пердохайте вот этих вот, давайте! Да! А вот сейчас, когда мы их кокнули, пошли быстро ему задницу-то надерем. Главное, уворачивайтесь от этих лучей каких-то. Да! Бейте охрану, я за него возьмусь. На, собака, по животу, как ты достал-то уже? Все за мной побежали сюда. Возле меня встаньте, пожалуйста, идите сюда. Слайм вот это, крысин, не оставай. Как он меня через мое защитное поле даже бьет так? Лечи нас, Кристина. Короче, а давайте мы вообще в город лучше забежим, а? Пока вот это, чтобы он своими солнечными лучами до нас не доставал. Походу, нам все же придется просить помощи еще у кого-то. Ну, пойдем. Попробуем еще раз Шурика уговорить. Вдруг у нас получится. Ты нас чё, до сих пор бить, что ли, продолжаешь в середине города? Наденьте маски, наденьте их, притворимся, как будто мы свои. Ой, какой красавец слайм. И ты тоже, Кристина. Ну и я ничем не хуже. А сейчас пошли. Кундуто, пробердуто, а-ла-ла-ла-тентал. Мы свои, нас не бейте!